Независимость Каталонии отказалась признавать не только правительство Испании, но также Германия и США. Об этом заявили официальные Берлин и Вашингтон. Но, похоже, каталонцев это мало беспокоит. Они празднуют свободу. За этим с опаской наблюдают иностранцы, которые приехали жить в единую Испанию, а оказались в непризнанной Каталонии. На улице весь народ ходит, гуляет, веселится, радуется. Я не знаю, как реагировать на это и что будет дальше. Что в истории Каталонии дальше будет, что с нами случится, с людьми, которые живут здесь, с русскими. Вот что самое главное. Ну, по крайней мере, на спортивную жизнь региона это уже повлияло. Местные СМИ пишут, что из-за решения парламента могут быть отменены некоторые футбольные матчи чемпионата Испании. Например, встреча каталонской Жироны с мадридским Реалом в ближайшее воскресенье. В эти минуты продолжают приходить сообщения о реакции европейских стран на новости об отделении Каталонии. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Соединенное Королевство не признает сейчас и не признает в будущем одностороннего провозглашения независимости. Лондон считает, референдум и голосование в каталонском парламенте прошли незаконно.